Ну, и слабенький. А что знаете о нем? Имя знаю. А фамилию? Ленин. А настоящая фамилия? Не знаю. Проще сказать, как президент только в СССР был. Президент только в СССР. А вы знаете, какой сегодня день? Конечно. Понедельник. Книжки молодежи читать надо по истории нашего государства российского. В то время, когда мы родились, то вы бы значок до сих пор хранили, как я храню с этим, с изображением Ленина, значок октябренка. Великий вождь. А поподробнее? Ну, человек, представляющий коммунистов, с него началась гражданская война. Он был представителем, который зародил само СССР, предложил свое направление как федеративное устройство. Ленин Владимир Ильич, знаете такого? Нет. Вот он, сзади стоит. Нет, не знаю. Вождь пролетариата. Сегодня день рождения у него, да. Здорово. Вообще, вот почему столько памятников ему установлено? За какие заслуги? Трудно сказать. Я не сторонник вознесения его к лику святых каких-то, да, там, мавзолей и все прочее. Ну, как-то привыкли, все памятники стоят. Я родился, они уже были. Ленин – это большевистский позиционер, который царскую Россию развалил и построил новое социалистическое общество.